Ну, конечно, у меня ситуация абсолютно ясна. Мне не ясно, вот как взрослые люди, например, могут говорить, что мы посмотрели букмекерские котировки и не нашли там вот ничего такого. Да, это, кстати, заявление РФС было. Не нашли там ничего такого удивительного. Или как официальные лица Урала могут говорить, знаете, я вот в этих цифрах там не разбираюсь, я никогда там, да, не участвовал. С чего вы взяли, собственно, вообще? Я не, в ставках там никогда не ставил, не участвую. Ну, то есть тут это все равно, что сказать, вы знаете, я таблицу умножения, ну, там, давно изучал, я не видел, знаете, мне математика вообще в жизни не пригодилась, то есть я ничего не слышал, ничего не видел. То есть меня вот удивляет реакция вот... в моем понимании, взрослых адекватных людей, да, которые вот несут такую ересь.